Друзья, это парк Гномик, я вам показывал уже. Сейчас просто зашла посмотреть, какой здесь осенью вид. Здесь гномика куда-то унесли, надо красить. Здесь вот такие елочки. А самолет летит. А не видно. А вот видно, летит. Гномика куда-то унесли, друзья. Здесь гномик стоял. Кто смотрит мои видео, поняли, о каком гномике я говорю. Здесь такой маленький уголок, уютненький. Некоторые кустики уже пожелтели. Пойдемте дальше посмотрим. Березонька вот тоже пожелтела. Здесь постоянно в этом парке все чистенько, аккуратненько. Возле драмтеатра, друзья. Здесь тоже еще елочки зелененькие. Половина уже пожелтели. Это я вам показывала. Из дерева. Такой уголок. Друзья, это я снимаю на цифровик. Посмотрим. Изображение лучше будет, чем на телефоне. Но здесь по 8 минут можно только снимать. На цифровик. Народу никого. 1-2 человека вот пройдут и все. На улице прохладненько. Время 10 часов утра. Может, к обеду разогреется. Это помидоры, которые я вам показывала. Такие елочки прекрасные. Зелененькие. Глядя на них, и не скажешь, что на улице осень. Здесь такой вот домик уютненький для детишек. Они играются. Деревенька такая. Деревенское подворье. Вот такая вот деревня маленькая. Заборчик, все дела. Вот, друзья, вид какой. Солнышко отражается, и вот эта полоса получается от солнышка. Может, яркость сейчас прибавлю чуть-чуть. Яркость не прибавляется, надо, наверное, сразу настраивать. Вот такая красота. Елочки тоже интересные. Вот такой вот фусуристик. Интересно, они такие нежные, как искусственные смотрятся. Такой букетик. Птички тоже напевают. Вот такой домик, друзья. Для детей самый то. Они постоянно, детишки, играют в этом парке. Мы пойдем дальше. А, солнышко отсвечивает. Здесь качели. Никак от солнышка не спрячешь. Здесь качели. Детская площадка такая. Ну, а там тоже я вам показывала. Вот такая божья коровка. В этом году что-то ее не обновили, не покрасили. Очень приятный такой, друзья, парк. С детьми погулять, с самим отдохнуть. Осень, осень, красота. Здесь тоже качели. Здесь лавочки посидеть, пока детишки играются. Здесь что у нас написано? Если мамин шалунишка на прогулке не сначай, ручку-ножку вдруг поранил, ты кричать не начинай. Вспомни, мама, за ребенком очень нужен глаз да глаз, чтобы мамин шалунишка веселился, не боясь. Вот так вот, шалунишки. Никого, друзья. Женщина он с ребенком одна гуляет. И я, и больше никого на улице.
Ну, я имею в виду не на улице, а здесь в парке. Вот такая ива прекрасная. Это же ива, да? Я на нее постоянно смотрю, когда вот проезжаю по этой улице Советской. Очень уж красавица прям такая стоит. Интересно, а у нее листочки когда пожелтеют? Или она не желтеет? Здесь вот такая вот красота из камня. Необычно смотрится. Кустики вон кустарники уже пожелтели. Вот такой вид. Ой, друзья, что-то. А там вон цветочки еще живые, не замерзшие. А может, замерзшие. Друзья, что-то особо настроения-то нету. Снимать, что-то делать. Ой, сейчас время такое тяжелое. Очень тяжело. Вроде утром встаешь, все нормально. Жива, здоровая, руки, ноги есть. А потом настроение падает. Из-за того, что что? Из-за этой войны. Очень нехорошо. Тяжело все это. Вот цветочки, еще не замерзшие. О, я запах до сих пор от них, друзья. Классненько, долго держится. Вот такая полянка, я вам показывала. Вот так вот, друзья, здесь тоже красота такая. Ой, сказка прям. Вот сюда вот сесть можно и сфотографироваться. Классная фотография получится. Красиво смотрится. Здесь красненько, здесь желтенько, здесь зелененько. Вообще, очень красивая фотография получится. Ну, там выход уже из парка. Ну, вот и все. Прогулялись мы. Вот так вот, друзья. Настроения особо нету. Птички поют, веселятся вон на березе. Всем хорошего настроения, не скучайте, берегите себя. Пусть у вас все будет хорошо. Пишите побольше комментариев. Только там что-то YouTube опять обновления какие-то включает. Не знаю, что на этот раз еще изобразят. Всем хорошего дня, друзья.